Мне было 12,5, когда я впервые увидел ее. И хотя, став старше, я утратил ясность памяти, эту встречу я помню совершенно отчетливо. В тот день Муссолини объявил войну Великобритании и Франции, а мне купили мой первый мотоцикл. Наша жизнь изменится навсегда. Это твой первый раз? Нет, я много раз фантазировал.